что не зарядите, давайте зарепетируем вместе с родителями. Привет, орбита! Привет! Привет! Мы очень рады вас видеть сегодня в нашем уютном зале. Порадуйтесь за нас. У нас в зале появились кондиционеры! Вот видите, то есть сегодня уже не нужно будет открывать и закрывать двери. Все будет очень-очень даже уютно. Воздух будет прогрет до нужной температуры. Хотелось бы, чтобы все, кто появился в зале, нашли все-таки свободные места. Присаживайтесь, пожалуйста, потому что, ну, я думаю, что сегодня мы приготовили для вас концерт, которым вы останетесь довольны. Так как дети, которые отдыхают в четвертой смене в лагере «Орбита», какие-то особенные дети. Ну, во-первых, им не повезло с погодой. Во-вторых, их не так уж много, как в другие смены. Но, наверное, это придает шарма, потому что они дружные, энергичные. И вообще мы живем здесь одной большой семьей, за что мы вас тоже благодарим. Аплодисменты всем! И действительно, смена особенная, потому что помимо детей, которые просто приехали из города Железногорска, Красноярска и даже из Берлина отдыхать в лагерь, есть специальные отряды, это спортсмены, есть отряд, который изучает иностранные языки, полиглот, и Нордландия, которая отдыхает вместе с нами. Ну, в общем, живется нам здесь здорово, интересно, и все вместе мы на этой сцене чувствуем себя как дома. Поэтому наш концерт, сегодняшний концерт, который называется «Школьный базар», почему вы узнаете чуть позже, открывают симпатичные, энергичные, молодые, стройные, красивые девчонки-гимнастки из 7-го отряда. Итак, 7-й отряд танцует «Варись, каша». Встречаем бурными аплодисментами.
живые, энергичные, молодые, симпатичные. Кто согласен с этим, аплодирует. Ну, они у нас, да, украшения сцены, потому что красиво. Ну и, наверное, я думаю, заслуживает аплодисментов это тренер этих девчонок, Заравинских Нелли Николаевна. Где она? Как всегда на посту. И, конечно же, Леночка Краус, ей тоже аплодисменты. Ну и теперь уже, если уж говорить о школьном базаре. Не зря мы начали свое выступление именно с этого танца «Варискашка». Дело в том, что пока по данным, моим данным, ну не точным данным, вроде бы питание со следующего учебного года в школах не повысится. Аплодисменты нашей администрации. И сейчас вы увидите то, что скоро мы увидим во всех квартирах города Железногорска, Красноярского края. Так как с 1 сентября у нас начинается наша любимая школа. Конечно же, пятый отряд и предоставляет клип, который называется «Опять двойка». Встречаем бурными аплодисментами. Пятый отряд, самые маленькие жители орбиты. Поддерживайте их, пожалуйста, они очень волнуются. А у меня в подкинке с огромной двойкой дневники, с тяжелой двойкой дневники, а все шагают вдалеке, а все шагают. Они танцуют, но
Там цинит чаще всего имеет одно и то же название. Что хочу, то и танцую. Ну, вообще они душки. Вообще, если говорить о пятом отряде, то это особенный отряд. Отряд, я бы назвала его неугомон. Веселые, энергичные. Просто-напросто здорово живется нашим вожатым воспитателем пятого отряда. Самые маленькие дети. Давайте еще раз их поддержим аплодисментами. Итак, недавно я узнала, почему каникулы проходят летом. Раньше я думала, потому что тепло, оказывается, нет. Говорят, что учиться летом нельзя, так как от жары люди по вечерам стали бы открывать окна. И представляете, что на всех улицах города Железногорска было бы слышно, как дети выполняют домашние задания. Итак, следующим на эту сцену выходит четвертый отряд. Четвертый отряд, девчонки там уж очень приятные и очень любят танцевать. И танец, который они вам предоставляют, называется «Я то, что надо». Встречаем четвертый отряд на сцене. Аплодисменты! Красоты своей меня не замечает. Но все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто, и утвердят тебе, что я не то. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Я для тебя не богат, не знаменит и не престижен. Но и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс. Смотрите, молодцы, а потом две руки вверх.
тренируемся. 3-4. Молодцы! Не знаю, я только хотела сказать, вот почему у нас в четвертом отряде самые послушные дети. Потому что послушные дети только у послушных родителей не получилось. Но я думаю, что после следующего выступления обязательно получится. В этой смене у нас в лагере отдыхает 6-й отряд «Полиглот». Отряд, который помимо того, что успевает танцевать, играть на сцене, они еще и ежедневно ходят на занятия по английскому языку. Но все равно с нами они выступают на русском, стараются ни в чем не опаздывать, успевать. И я думаю, что они покажут свое мастерство прямо сейчас. Потому что они предоставляют пьесу, которая называется «Капризная принцесса». Встречаем 6-й отряд бурными аплодисментами. Жила-была принцесса, которая никак не могла выйти замуж, потому что отказывала всем женихам, которые к ней сватались. Дамы и господа, жених номер один – кот в сапогах! Жених номер два, сочный и аппетитный беляш. Твои подзоры и нахали же будет, когда мы подруга, ты домой не прогулка. Если стой, я буду ждать, как твой отступ, меня позвали. Уходи, говорит, отсюда! Аппетит, говорит, прекрасный, слишком вин, говорит, ужасный. Жених номер три, поведение вашей дочери. Она такая же моя, как и ваша. Дерзость и высокомерие. Это у нее от вас. Да. Да. Зато грубость и нахальство это уже безусловно ваше. Навести любого из женихов я бы. А вы, конечно, не постеснялись бы. И участь дочки лишена. И вот она, принцесса крови, простого нищего жена. Куда ты меня тащишь? Домой, домой, пора домой. Голуби своркуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. Фу, да я лучше в лес убегу. Лучше медведь сожрет. Хорошо живет на свете и пух. От того поет он эти песни вслух. И не важно, чем он станет, если он хулить не станет, а ведь он хулить не станет, если, конечно, он не прилится. Да! Попроси у этой женщины кружку молока. Дай мне кружку молока, старуха. Вот тебе ведро, вот тебе корова. Пойди, надои. Сейчас я надою.
Я сейчас тебе так надаю! Тихо, тихо! Все, вот тебе молоко. Вот мы и дома. Только закрой глаза. Ты не должна видеть вход в мою пещеру. На счет три можешь открывать. Раз, два, три. Ну, здравствуй, дорогая. Судьба, видно, не судьба, видно, нет любви, видно, нет любви. Улыбнитесь, вас снимала скрытая камера, и я Макс плюс 100-500. Громче. Ну а теперь пробуем. Молодцы! А где же ваши ручки? Так, дети, лагерь «Орбита» есть в зале? Давайте покажем класс. 3, 4. Отправляемся в Индию вместе с третьим отрядом. Третий отряд в третьем отряде самые настоящие парни-джентльмены. Когда их девчонки танцуют на сцене, они их так поддерживают, что просто-напросто, может быть, никто в зале больше не нужен. Сейчас третий отряд у нас в зале, мальчишки. Нет. Тогда я думаю, что мы поможем девчонкам, чтобы они чувствовали поддержку своими бурными аплодисментами. Итак, на сцене третий отряд. Танец индийский. Аплодисменты!
Который называется «Любовь, похожая на смерть». Встречаем первый отряд на сцене. Бурные аплодисменты! Бурные аплодисменты! Бракоразводный процесс короля Англии Генриха VIII Тюдора и его жены Екатерины Арагонской. Римская католическая церковь не дает разрешения на развод даже королям. Я сам себе разрешаю развод. Обязаны явиться во дворец на осмотр невест. Thank you.
мне здоровую дочь, значит, родит и здорового сына. Ваше Величество, я составил для вас гороскоп. Вижу, Англия получит сильного наследника. Родился мертвым. Я не стану никого обвинять или оправдываться. Но я молю Бога, чтобы он спас короля, ибо для меня он всегда был самым нежным и достойным. Я прощаюсь с миром и от всего сердца прошу молиться за меня. Получила сильного монарха, дочь королевы Анны Елизавету I, которая правила страной почти 50 лет и превратила ее в сильнейшую державу.
молодцы. Вот такие они. Взрослые, интересные, очень артистичные. Умеет играть не только трагедия, но и я думаю, что увидите вы еще сегодня их комедия. И второй отряд. Камера. Второй отряд. Девчонки. Девчонки уже тоже во втором отряде думают о любви, об ангелах, которые их окружают. Но почему-то станцевать они решили танец с названием «Ни слова об ангелах». Итак, второй отряд. «Ни слова об ангелах». Встречаем бурными аплодисментами. Все свои отвлечения и просто аплодисменты девчонкам второго отряда. Такие они нежные, красивые. Следующий на сцену выходит у нас сборный отряд.
Дело в том, что мы уже говорили сегодня на линейке, что у нас отдыхают очень много спортсменов. Волейболисты, конькобежцы, легкоатлеты, гимнасты. Конечно же, практически весь день они занимаются тренировками. Но дети, как можно детей только тренировать? Конечно же, им хочется на сцену. И вот четвертый отряд пригласил к себе постановку. Восьмой отряд конькобежцев и девятый легкоатлетов. Что из этого получилось? А получилось из этого нечто прекрасное. Потому что четвертый, восьмой, девятый отряды представляют пьесу вашего внимания, которая называется «Сказка о чувствах». Быть может, кто-то из вас сейчас подумает об этих чувствах. Встречаем бурными аплодисментами 489-й отряд. Однажды, давным-давно, много лет назад, собрались в одном уголке земли человеческие чувства и качества. Скучно. А давайте играть в прятки. Ну что за сумасшедшая идея? Скучно. Прятки? А что это за игра? Прям заинтриговали. Прятки – это когда один водит, закрывает глаза и считает до миллиона, в то время как остальные прячутся. Тот, кто будет найден последним, будет вводить в следующий раз. И так далее, так далее, так далее, и без конца. Ну, я не знаю, можно сыграть, а можно не сыграть. Ну, давай сыграем, ну, пожалуйста, ну, это ж так здорово, ну! А мне все равно, меня никогда ничего не интересует. Я не буду ни во что играть. Я правда, я прятаться не буду. Меня все равно все всегда находят. Это совершенно дурацкая игра. Это ниже моего достоинства. А я, наверное, не буду играть. Знаете, это все может плохо закончиться. Я боюсь. Ну что ж, начинаем. Водить буду я. Один, два, три, четыре. А мне ли куда-то идти? Эй, Триумф, а ты куда? А я спрячусь рядом с Александром Сергеевичем. Тогда я спрячусь в тени Триумфа. Я не могу нигде спрятаться. Все места больше подходят для моих друзей. Эй, красота, этот ручей для тебя. Страх, иди сюда. Здесь есть место и для тебя. Может, не спрятаться в воздухе? Нет, это для свободы. Ладно, я не буду нигде прятаться. Я пожертвую собой. А ну, пошли все вон. Здесь прятаться буду я. Здесь место только для моего эго. А я спрячусь за шторой. А на самом деле я спрячусь перед шторой. А я спрячусь. Ой, а я забыла где. Ох, это моя забывчивость. 999 999. Ну почему нигде нет места для меня? Для любви. Все уже занято. Какой дивный розовый куст. Спрячусь в его лепестках. Миллион! Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я благородно жертвую собой. О, Лень! Привет! Триумф! Я тебя вижу. А за тобой, похоже, скрывается зависть. Ну, здесь может быть только эгоизм. Как хочется пить. Какая красота. То ли здесь спрятаться, то ли здесь.
То ли с этой стороны, то ли с другой. Тебя уже нашли. Ложь, выходи. Ты прячешься перед шторой. Вообще-то я пряталась за шторой. Талант. Я вижу тебя в каждом. Где же любовь? Отныне любовь слепа. Любовь, прости меня. В искуплении своей вины я обещаю тебе навеки стать твоим спутником. С тех самых пор любовь слепа, а сумасшествие водит ее за руку. Зависть, а может быть эго. Громче аплодируйте. Дети, они большие молодцы. Но, вы знаете, все-таки, вот как в школе, да? Нет. Вообще, что людьми говорят управлять? Что для человека самое важное? Говорят, человек все делает либо ради денег, либо ради славы. Вы со мной согласны? Ну, можете быть не согласны. Денег мы вам заплатить за воспитание ваших детей не можем. А вот похвалить можем, потому что действительно есть родители, которым хочется сказать особые слова благодарности. Это не говорит о том, что все остальные дети не заслуживают похвалы, но тех, кого хочется отметить, я бы хотела, чтобы, назвав вас, вы встали, и мы бы вам поаплодировали. Итак, четвертый отряд. Лагерь «Орбита» в лице администрации воспитателей вожатых выражает огромную благодарность за воспитание детей. Коломийцевой Дарье и Насте. Марина Валерьевна, аплодисменты вам. Марина Валерьевна. Четвертый отряд. Трифонетков Андрей. Дарья Владимировна, спасибо вам большое. Вот, вижу, да. Четвертый отряд Маркова Дарья, Сергей Александрович, Наталья Алексеевна. Вот, видите, папа, мама. Спасибо вам большое, бурные нам аплодисменты. Спортсмены из девятого отряда. Кудимов Женя, Елена Михайловна, Александра Валерьевна. Спасибо вам большое. Есть в зале? Вашнин Роман, девятый отряд. Любовь Евгеньевна и Валерий Владимирович. Аплодисменты вам и спасибо за воспитание сына. Смольков Влад, Татьяна Юрьевна, Андрей Владимирович. Спасибо вам большое. Очень приятно работать с вашими детьми. И Совсой Валера и Настя, Наталья Ивановна, Алексей Николаевич. Спасибо вам за воспитание ваших детей. Ну что ж, а сейчас эксперимент, который у нас прошел на четвертой смене и удался. Вы тоже, наверное, скажете, ну вот, девчонки одни танцуют, а где же парни? Да получайте. Третий, четвертый отряд. Самые энергичные парни лагеря «Орбита». Самые непослушные. Но, неправда говорят. Нет, теперь-то они уже послушные. Но собрались, как выдали. Мы просто обалдели от того, что они сделали на этой сцене. Третий, четвертый отряд. Одни мальчишки. Матросский танец. Встречаем бурными аплодисментами. Thank you.
футболисты не танцуют, еще как танцуют. Вот такие они. Самое главное, что вот они сразу как-то, знаете, так подтянулись, так организовались и стали какие-то менее непослушные. Да послушные, а непослушные. Просто иногда хочется побаловать. Еще раз аплодисменты 3-му, 4-му отряду мальчишкам. Ну и, конечно же, 3-й отряд. Спасибо вам за воспитание вашего сына Шевцова Даниила, Галина Владимировна и Роман Михайлович. Аплодисменты вам. 3-й отряд. Орловская Дарья. Алена Александровна, Валерий Георгиевич, спасибо вам за вашу дочь. Помашите. Все, видите, приятно. Но мне, кстати, вдвойне приятно уставать, потому что всегда хочется увидеть родителей детей. Ну, это профессионально, извините. И, конечно же, 3-й отряд. Герасюта Александр, Владимир Михайлович и Галина Алексеевна, спасибо вам. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем. И я так думаю, что на сцену выходит безумство. Прошу строго не судить, потому что, ну, потому что они молодые, креативные, современные. Может быть, мы их где-то не понимаем. Нет, ну мы-то понимаем. Если вы не поймете, ну сделайте вид, что поняли. Итак, на сцене 2-й отряд. Пьеса «Морозко». Встречаем бурными аплодисментами. Типичная российская семья. Старик. Не врать и не бояться. За ЛДП. Нам нужна сильная Россия. Сильная власть. Старуха. Молчу. Зибен, зибен, алюлю. Зибен, зибен, ай, цвай. Зибен, зибен, алюлю. Ай, цвай, трай. Зибен, зибен, алюлю. Зибен, зибен, ай, цвай. Зибен, зибен, алюлю. Ай, цвай, трай. Ну, старик, чего сидишь? Давай вставай и втыкай себе иглы под ногти. Старухина дочь Ольга Пузова. Дочь, красавица! Я красивая, но ужасная. Я безвредная, но опасная. Очень смелая, но трусливая. Я несчастная, но счастливая. От постоянных побоев и боли она лезла на стенку. Ее так и называли «Настенка». А ну, змеюка подколодная, чего сидишь? Иди сходи в газовую камеру, подыши там. Ладно, шучу. Мы в нашей тайной лаборатории 3-го рейха скрестили лошадь и человека. Теперь это чудище будет жить с нами. Можете называть его Иван. Жеребца и отправляйся в чисто поле. Найди то, не знаю что. Вышли ночью в поле с конем. Ночью, как придурки, идем. По бескрайнему полю моему. Нафига эта экскурсия коню? Лейтенант Добрыня, старшой я, куда путь держите? Иду я туда, не знаю куда, ищу я то, не знаю что. Тогда вот тебе палка моя. Тут есть две полосочки, черная и белая. Не, рано мне еще две полосочки.
клубок волшебный. Он вас к счастью приведет. Настенька, может, пойдешь со мной? У меня двухкомнатное гнездо в центре. Опять жук выбили. Скажи деду, что я не буду к обеду. Хочу побыть немного я на белом-белом покрывале ярмаря. А тем временем в лесу, а в элитном особняке. Начинаем наше пати. Сегодня по ветру морозка на хате. Юга нашла нас. Это проблема веская. Сегодня морозит папочка. Морозка. Тепло ли тебе девять, а тепло ли тебе красное? Тепло, батюшка, тепло. Мамочка. Посмотри на себя, сосулька несчастная. Да нет, не тепло, погода прекрасная. Такая дерзкая. А почему тебе тепло? Минус 40 на улице. Мне дали клубок волшебный на счастье. Я счастья не нашла. Коня потеряла. Зато свитер связала. Я вижу, ты в теме. И за это я одарю тебя подарками. Задохнуться можно. Это гораздо светлее. А теперь домой. Где партизаны? Сволочи! Обижают русского человека! Фашисты проклятые! Ты посмотри, все иголки под пальцы загнал! Чем я шить буду, изверг? Не ругайся, маменька! Мы привезли целый сундук золота! На эти деньги можно купить целые вагоны иголок! Маманя, я тоже хочу жениха и сундук! Ну, вытащи у отца из-под ногтей пару иголок и выпотай у Настеньки всю информацию. Не надо, маменька, я сама скажу. Вот Яндекс.Карты. Нет, пусть сам сюда приходит, иначе запытаю отца. Дедушка Мороз! Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Ты что, старый, офигел? Ты видишь, как холодно? Посмотри, сколько мы за коммуналку платим! Не просто безлимитный тариф, а безлимитище! Тише, тише, успокойся, красавица! Я точно знаю, что тебе понравится! Есть у меня двухкомнатное гнездище, как раз под стать твоему пузищу. Сюрприз! Сюрприз! Заказывай сюрприз! Опять жук выбили! Молодцы! Молодцы! Молодцы!
хочет сказать слова благодарности за воспитание дочери Ильясовой Полины, Наталья Валерьевна. Спасибо вам большое. Ну а что ж в зале-то у нас не аплодируют? Заверите? И на второй отряд. Кучер Николь, Елена Леонидовна. Слова благодарности вам. Горобинникова Ева. Анастасия Валентиновна. Где Анастасия Валентиновна? Вам аплодисменты. Досков Дмитрий, Елена Александровна. Спасибо вам за воспитание сына. Очень приятно работать с вашими детьми. Ну что ж, а на сцену я приглашаю снова самых старших. Первый отряд. Действительно, исторический клип показан, но если первый отряд не будет танцевать, это будет неправильно. Итак, первый отряд на сцене. Танец «Ты и я». Встречаем бурными аплодисментами! Yeah.
кажется, что какие дети уходят, больше, наверное, таких отрядов не будет. И нет, снова следующий первый отряд, и снова, ах, какие дети уходят, наверное, таких больше не будет. Спасибо большое всем тем детям и родителям, которые доросли до первого отряда, и сегодня вместе с нами аплодисменты им. Ну и, конечно же, слова благодарности за воспитание детей. Первый отряд. Деркач Дарья, Лариса Геннадьевна, Александр Валерьевич. Где вы? Спасибо вам большое. Я когда читала, думаю, ой, неужели еще кого-то Лариса зовут? Оказывается, да. Дело в том, что спасибо мы говорим и за воспитание побоев Антона из первого отряда. И снова Лариса Ивановна и Валерий Александрович, спасибо вам. Спасибо большое. Сурин Егор, первый отряд. Светлана Дмитриевна, Владимир Николаевич. Где вы? Спасибо большое вам за Егора. Титкова Настя, Оксана Викторовна, Борис Петрович. Где вы? Спасибо большое. Александр Борисов, по-простому Борис. Ольга Анатольевна. Где вы? Я вас не вижу. Ольга Анатольевна, спасибо. Ну, конечно же, первый отряд можно было перечислять всех детей, но дело в том, что у нас лимит по времени. И на сцене снова третий отряд. Третий отряд с клипом, который называется «Зови меня». Встречаем бурными аплодисментами. Бурными. Теплый взгляд останется в памяти. Горьких слез все верну, давно пора. Хотя бы на время снов, этих чистых снов. За окном мои шаги, а в доме пустом холода. Ты просто меня позови, я согрею тебя. Преодолев перед собой, ты позови меня.
какие-то дружные, позитивные, и всегда с ними не соскучишься. Еще раз аплодисменты третьего отряда. И я хотела бы выразить слова благодарности Ольге Николаевне за воспитание Прохоренко Данила из шестого отряда. Ольга Николаевна, вы в зале? Вам аплодисменты. Стесняется, наверное. Ну что, соскучились по нашим прекрасным гимнасткам? Соскучились, потому что сейчас именно они появятся на этой сцене, но уже другим составом. Девчонки постарше, красивые. Встречаем седьмой отряд, танец «Финская полька». Бурные аплодисменты. За воспитание Мякишевой Кристины спасибо.
аплодируйте, аплодируйте, потому что это приятно. Ну и, конечно же, если говорить про пьесу, которую вы увидели, «Морозко», и, может быть, решили, что... то вы не видели еще следующей пьесы. На сцене «Первый отряд». Пьеса «Еще раз о цветочке». Встречаем бурными аплодисментами. Сказка. Ну, дочери мои, страшно сказать, родные, чё вылупились? Уезжаю я. Что привезти вам? Говори ты, дочь старшая, Анжела Ивановна. А привези мне, батюшка, костюм заморской. А тебе что, дочь средняя, Нона Никифоровна? А мне, батюшка, мужика достань. А тебе что, дочка младшенькая, любимая Анастасия Рашидовна? А мне, батюшка, ничего не надо. У меня все равно бабок нет. Хотя нет, привези мне кий. Может быть, цветочек аленький? Да, цветочек аленький. Ну, ждет меня дорога длинная. Дорогой длинною, да ночкой темною. Шел он через поля, через леса, через Луганск, через Саранск. Танцуй, пока молодая, девочка рая. Танцуй, танцуй, пока молодая. А вы кто такие? Мы приют для бездомных животных. А, ну ладно, тогда я пошел. Стой, не видишь красный? Вот теперь зеленый, теперь иди. Подожди, прежде чем ты уйдешь, посмотри трейлер из «Красной шапочки». Привет, красная шапочка! Привет, желтый волк! Красная шапочка, а что у тебя в корзинке? Башка! А ну-ка снимите эту ерунду! О, классно, как будто бы из тюрьмы вышли! Ладно, некогда мне, пойду я! Тогда возьми костюм заморской! Танцуй, пока молодая! Костюм заморской достал. Осталось мужика достать. Russian воровайка! Ну, воровать, ну! Достал уже, достал! Каждый год одно и то же, достал! Так, и мужика достал. О, колобок, колобок! Я тебя читал. Фу. Благодарю. Спаси меня. Гонятся за мной. Кто? Артем Дзюба. Действительно кошмар. Действительно ужас. Вау. Мяч. Ну мяч. О, утрудясь, ничего чуднее не видал. Кроме цветочка вяленького. Колобок без обид. Ну и куда мне идти? Иди, бабе, иди. У нее найдешь. И пошел он. Пошел, я сказала. И пришел к хижине бабы-яги. А та вся в хозяйстве. Посмотрите на мою печь. Эти пятна невозможно оттереть. Что я только не делала. Не беда. А мои раковины? Этот известковый налет. Что я только не делала. Не переживай. А мои простыни? Они желтые. Они рвутся. Они постоянно пахнут хлоркой. Что я только не делала. Не парься. А моя сковорода? Этот жир невозможно расщепить. Что я только не делала. Знаете, что я вам скажу? Что? Вы просто свинья. Баба Муся, а где мне найти цветочек? Олень-ки! А этот олень-ки
Он все время пропадает. Его постоянно крадет Кощей, что я только не делала. Иди к Кощею, иди. И пошел он к Кощею. Ну пошел, 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 быстрее, ну беги, давай, давай, давай. И нашел он Кощея в скуке смертельной. Иван, дурак, пойдем сыграем в крестики-нолики. Выиграешь, скажу, где цветочек аленький. Сыграем. Я свой ноль поставлю в центре, это важно. Ну а я тогда над вами ставлю крест. Атакую я, смотри. Закрываю на А3. Эту партию я выиграл, прости. Понимаю, вы в гостях, и вам все можно. Мне все можно, и когда я не в гостях. В нападение иду. Только страшно не могу. Неожиданно на нолик перейду. Проклятый Ванька выиграл. Ну ладно, так и быть, скажу. Цветочек аленький находится в лагере арбитр, а мне пора в собес. Я счастливый, как никто. Я счастливый, это что? И пошел он в лагерь арбитр. Ну че сидим, аплодисменты? Кто из синевы пожалые дети? Кто из синевы синее соцветы? Вот ты, Женя, встань и хлопай. И сорвал он цветочек аленький. Цветочек и без того пяленький. Ну все, цветок сорвал, вызывай понятых. Лучше младшенькую. Давай, звони. Алло, Настенька, у меня к тебе есть серьезный отцовский разговор. На-на-на. Алло, Анастасия, как тебя там зовут? Иван. Анастасия Рашидовна. Кто говорит? Чудовище. Геннадий, это ты хотела цветочка? Есть! Значит так, садись на 42-й и доезжай до баков. Возьми с собой две бутылки флеша. Одну отдай Марьяну. Отдай, а то обе заберет. Пусть подругу возьмет. Приедут. Шел я лесом. Ничего не говори, лучше спой. Шел я лесом, видел чудо, чудо видело меня. Если б я не видел чудо, чудо бы меня бы. Где ты? Выйди, покажись. Если ты чудище страшное, будь мне братом. Если ты тварь омерзительная, то будь мне, ну не знаю, троюродным братом. А если ты учитель, иди в бизнес. А по темным улицам гуляет дождь. Фонарей далеких мерцает свет. Эка тебя, Геннадий, скукожила. А прямо ходить можешь? Да ну, так прикольнее. А как расколдовать тебя? Чтобы я стал прекрасным принцем, нужно меня поцеловать. Всего? Ну зачем же всего? Только туда. Куда? Говори прямо. Прямо туда. Испугалась красная девица. Ну еще бы с таким чувырлой целоваться. Ну извините, я не знал, не хотел и больше уже, возможно, никогда не буду. И вообще, я на оригами опаздываю.
гусь! Прошла неделя. Ну, дочери мои, страшно сказать, родные. Чего вылупились? Приехал я. Тебе, Анжела Ивановна, костюм заморской. Тебе, Нона Никифоровна, мужика достал. Достал у меня, достал. Russian воровайка. А тебе, младшенькая, Анастасия Рашидовна, вот, как и обещал, цветочек оленьки. Дело в том, что